Каб не ходить по кабинетах. По инициативе Гомельского облвыканкама для жыхароў региона распрацавали уникальный мобильный додаток 142.бел. Дякуючи ему можно отправить, например, электронный зворот у необходные службы, а так само отримать шмат корыстной информации. Об новой технологии, якая зробить контакт помеж насельництвом и уладой еще больше зручным. Сюжет Марины Джалай. Мобильный додаток 142.бел – это информационный помощник по администрационных процедурах. Некольки дней тому он стал доступным для запамповки про сервис Play Market. На сегодняшний день додатком скористались около 100 человек. В отгуков покуль не шмат, але все позитивные. Люди пишут, что додаток корыстный и зручный. Мы сгодные. Ну, вот, например, мне треба записаться на прием до одного из наместников, керовника Гомельского облвыканкама. Я знаходжу его у списях, это вельми легко. И бачу, что наступный прием отбудется 27 соковика с 8 до 13 годин. Когда такий час мне подыходить, то я могу записаться одразу. Записаться на самой справе оказалось легко. Экономия часу – головный плюс додатку. Все органы улады, администрационные процедуры, запись на прием до специалистов, отказы на наденные пытания – справа нескольких хвилин. Часто людям нужно узнать, как поставить кондиционер, как, допустим, изменить планировку помещения. Самые-самые разные вопросы возникают у людей, а как их решить? И вот для этих целей была создана вначале телефонная справочная служба 142, где можно позвонить и не просто задать вопрос, а в интерактивном режиме найти любые ответы на те вопросы, которые стоят, в том числе и узнать, как принимают руководство исполкома, депутаты или другие ответственные лица для решения тех или иных вопросов. Что касается мобильного приложения, то это уже как бы действительно квинтэссенция всех сервисов, которые были созданы ранее. Система пошуку необходимой информации позволяет по ключевым слове знайти потребную процедуру и все связанные с ее известки. Например, термин разгляду звороту, кошт певных послуг и многое иншее. С додатку можно одразу потелефоновать до специалиста. Мы решили, что такое приложение поможет человеку более комфортно, не выходя из дома, решить все свои проблемы. Каждая административная процедура по каждому району позволяет человеку не только посмотреть, каким образом, какие документы нужны, но еще и связаться с ответственным человеком через телефон, который там расположен, для получения определенной консультативной помощи. Мобильный додаток, аналогов якому нема у Беларуси, с тягом часу будет удосконаливаться. Дякуючи ему можно будет ожыццяўляць административные процедуры. Марина Джала, Ігор Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».